Сейчас будет интересное, наверное, шоу. Будет мужчина играть на этих всех тарелках. Мы можем немножко подождать и заснять это дело все. То есть он обычно играет на не только музыкальных инструментах, а на бутылках, на коробках, на банках, на любом подручном материале, который попадется ему под руку. Вот что-то он подписывает на бетоне. Мы потом почитаем, что это означает. То есть я так понимаю, что он просит какой-то донейшн за его искусство. С удовольствием, конечно, я это дело оставлю ему. Russia. Oh yeah, not bad weather. Melbourne, good place. Yes. Так играют уличные музыканты на улице города Мельбурна. Come on.
Thank you.